Я родилась со странным даром. Способностью видеть то, что ни один человек не должен видеть. В голове все смешалось. Образы, звуки, запахи. Я должна вспомнить, как стала тем, кто я есть. Вспомнить, кто я. Как все это началось? Что ж, я расскажу. Я нашел вас на обочине, далеко от города. Что с вами случилось? Может, на вас кто-то напал? Например, имя. Кому можно позвонить? У вас же, наверное, есть семья, друзья. Хоть кто-нибудь, кто вас знает. Эй. Вы не из болтливых. Так я ничего не смогу сделать. Бесполезно. Это шрам? Свежий. Остановите их. Они не понимают, что это такое. Пусть дождутся меня, ясно? Отмените приказ немедленно, слышите? Их надо остановить! Дураки! Вот дураки! Знаю. Идут. Стоп, вы кто такие? Итак, вы нашли девушку. И где она?
ты где? Как настроение, Джоди? Хорошо? Не хочется отвлекать тебя от игрушек, но нам с тобой пора. Пойдем, еще успеешь сегодня наиграться. Ну что ж, идем, Нейтан ждет. Идем, Джоди. Да сколько можно? Ну нет, эй, Коул. Ваши мелочи, серьезно. Привет. Почти готово. А срок был в прошлом месяце. Привет, зайка. Какая ты красавица. Мы пришли. Будет дождь. Весь год дождливый. Что верно, то верно. Зато холодов не было. Неправда. Привет, Джоди. Как твои дела сегодня? Хорошо. Теперь наденем эту штучку. Помнишь? Наша корона. Да ты у нас принцесса. Не бойся. Все будет хорошо. Если что, я рядом, да? Эй, Джоди, слышно меня? Ну что, начнем? Кэтлин в той комнате, и перед ней лежат те же карты. Сейчас она выберет одну, а ты скажешь нам, какую она возьмет. Ты уже готова? Давай. Ну что, поехали? Первая. Дальше. Следующее. Молодец, Джоди. Меняем задачу. В другой комнате на столе лежат кубики. Попробуешь их сбросить?
могла бы сдвинуть. Я не могу. Ладно, Джуди, спасибо, мы закончили. Тут заперто! Говорю вам, заперто! Нет, там не заперто. Откройте! Выпустите меня сейчас же! Спокойно, Кэтрин, открой дверь. Остановись! Хватит, Джуди! Мы закончили! Джоди, все хорошо. Не бойся. Все прошло. Это никогда не пройдет.